Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера от японской компании Daiwa, модель Stis Crank. Данная приманка выпускается в трех версиях, различающихся по заглублению. Есть Stis Crank с индексами 100, 200 и 300. Ну и, соответственно, воблера способны заглубляться до 1, 2 или 3 метров. Также модели Stis Crank 100 и 200 бывают в тихой и шумной версии. У меня на обзоре Stis Crank 200, который имеет шумовую камеру. Приманка длиной 54 мм, весит она 10,6 грамм, ну и данный крэнк имеет положительную плавучесть. Приманка имеет вот такое вот изогнутое тело. Крэнк достаточно такой вот неширокий. Лопатка длинная. Длина ее составляет 30 мм. Ну и благодаря данной лопатке воблер способен заглубляться до 2 метров. На лопатке располагается крепежная петля, ну и в этой крепежной петле находится заводное кольцо. Заводное кольцо диаметром 5 мм и имеет светлую окраску. Воблер оснащен двумя тройниками от фирмы Daiwa. Тройники не крупные, сделаны из достаточно тонкой проволоки и, обратите внимание, имеют вот такое вот темное матовое покрытие. Воблер у меня в версии шумной, поэтому на проводке он издает вот такой вот звук. Напомню, что приманка выпускается не только в шумной версии, но и бесшумной. Ну и чтобы как-то вот эти версии можно было визуально легко отличить, взгляните на глаза. Если глаза идут вот в таком вот белом цвете, то это шумная версия, а если будут глаза красным цвете, то версия бесшумная. Приманка имеет свою собственную активную игру во время проводки. Проводить данный крэнк рекомендую или равномерной проводкой, ну или проводкой stop and go. Выпускаются Daiwa Stis крэнки более чем 10 расцветках. Есть как натуральные, так и кислотные расцветки, светлые и темный. Данная приманка отлично работает и на реках, и на водоемах, где течения отсутствуют. Данный крэнк предназначен для ловли басса, но в наших условиях отлично подходит для ловли щуки, крупного окуня, крупного головля, язя. Произведен воблер в Китае. Качество изготовления отличная. Приобрести данную модель можно на fmagazin.ru. Ссылку оставлю внизу под видео. Если видео понравилось, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!